Итак, что мы видим? Я к финальному боссу, так сказать, подобрался. Давно не играл в Рунтеру, но я где-то вчера или позавчера, но вернулся и решил поиграть. Зашел в потасовку, и неплохо вот. У меня дека вот такая получилась. Фрильорд, PNZ и Shadow Isles. PNZ я почти не вижу, в основном топ. Темные острова, или как они там называются, вот эти Shadow Islands тащат, то есть победы в основном у меня через Хранителя, где он тут, вот, через, ну, через Собирателя, через Neverglade Коллектора, очень много урона от него прилетает, очень хорошо синергирует все это. Существа с этими, с ластбрифами плюс Neverglade Collector, все хорошо работает. Плюс у Сиджуани одна есть и Дриндамир. Но Сиджуани я тоже почти не вижу. Она тут мало импакта вносит. Заморозка также помогает контролить стол. Но вот заморозка от Фрильорда. В общем, дошел до последнего босса, так сказать. Final Boss. Сейчас посмотрим на последнюю игру. Так, наконец-то нашел игру, долго искал, где-то минуту и 10 секунд, обычно быстрее находится. Зет и Зои. Ну, Neverglade Collector тащит, я его однозначно оставляю. Хрониклер я, пожалуй, уберу, я хочу что-нибудь подешевле найти. Блять, ну ладно, хотя бы так. Так, я настройки уменьшу. Вот так, может, чтобы меньше подлагивало. Ну, мне нечем пока отвечать на Зои. У них всегда есть Зои на первый ход. О, у меня даже два коллектора. Вот у них всегда есть Зои, пиздец. Ну, у меня тоже контроля хватает. Я через Blighted Caretaker попробую законтролить. Видите, у меня тут есть Mystic Shot от PNZ. Ну, сейчас посмотрим. Дека сочная. В идеале, конечно, под Neverglade Collector выставляться. Вот это все выставлять. Ну вот так, за контролем. Да, в идеале, конечно, чтобы коллектор стоял. Я не буду сразу двоих выставлять, я по одному буду выставлять коллектора. Чтобы обоих не убили. Так, стол зачищен. Дриндамир, ну коллектор, конечно, тут тащит. То есть, большая часть урона с коллектора. Soul Warrior я вот сейчас недавно поставил. Это я тоже законтролю. Их надо было Mystic Shot'ом, наверное. Мисплей. Ну ладно. Блин, заебал он. У него вообще есть что-то без иллюзивов, интересно. Ну ладно. Опять же, я могу отхилиться через коллектора. Поехали. Коллектор в бой. Ну еще через Горгера отхилюсь, у него тоже нормальные статы такие, 3-7. Какого хрена? У него просто все с отхилом, пиздец. Ой, я имею в виду все с иллюзивами. Ну тут сложно будет. По идее же он, раз он ко мне подобрался, значит я у него тоже финальный соперник. Тут только одна попытка есть, кто не помнит. То есть одна попытка только в финальном. Если проиграю, то все, триал заканчивается.
по сути, дека уже успешная, раз я дошел до финала. Ясно, он решил даже не блочить, окей. Не, ну это жестко. В принципе, мистик шотом я убил. Гринглейда. А, вот, кстати, вещь тоже. Надо, конечно, выставляться, надо занимать стол. Потом Триндамир пойдет в бой на 8-м ходу. Ну, контроля, опять же, как я сказал, тут тоже хватает. Сейчас он подумает. Все, он подумал. Блять. Тогда я сделаю вот так. И вот так. Give them a chance! Ну вот так сделаем. Все равно, по сути, мне выгодно, чтобы мои юниты убирали. Потому что я все-таки дрейнюсь из него. Не хочу второго коллектора выставлять, чтоб его не убили. У него тоже лайфстил есть. Фигово. Ну я через Крамбла буду защищаться. О, через Блэк Спир можно тоже. Я, пожалуй, вот так сразу сделаю. Не хочу, чтобы он отхиливался. Хотя интересно, у него есть контроль или нет? Вот это вот хороший вопрос. То есть он сможет убить коллектора или нет? Ну вот это, в принципе, я тоже могу сейчас убить, что я и сделаю. Зачищаем стол. Ну сейчас можно выставиться, атаковать. Коллектором я не атакую, конечно же, чтобы его не убили. Коллектором я не атакую, ну, очевидно. Но ему надо уже блочить, наверное. Я бы на его месте блочил, потому что у него уже лоу хп. Потом у меня еще Триндамир пойдет на 8-м ходу. Вообще дека, конечно, очень сильная. Вот это вот я сам не ожидал. Очень сильная дека получилась. Что он думает? Блочить или нет? Да, все-таки, ну ему надо блочить. Типа много урона слишком. У него прилетает. Соул Горгера выставить или Триндамира, вот я не знаю. Потому что я тоже на лоу хп. Ну хотя не лоу хп все-таки, 12. Так он меня вот так ошить собрался. Хм. Не, это, кстати, жестко реально. Но он меня не убьет сейчас. Блять, пиздец. Это жестко. Ну, вроде как выживаю. Хотелось бы, конечно, выиграть. Я, по-моему, еще ни разу не выигрывал финального босса.
Можно даже через затросики сыграть. Так. Блин, атаковать или нет, вот я думаю. Я, наверное, все-таки Трендомира выставлю. Да, я, пожалуй, выставлю Трендомира и с ним атакую. Надеюсь, это не ошибка. Если чё, потом... Если чё, на следующий ход пробью через Atrocity. Давай-ка для Горгера первым выставлю, чтобы отхилиться. Что-то слишком легко получается. Неужели выиграл? Очень легко выходит. Мне самому интересно, что он делать будет. Вот сука. И что? Так он все равно проигрывает. Он все равно лузает. Блин, он, кстати, выживает. Окей, я потом через Atrocity добью. Ход. Трендомир. Ну чё, погнали? Джи-джи. Не, давайте по-другому. Вот так. Я, кстати, могу и через Atrocity его убить. Давайте так. Изи. Финальный босс пройден. Но я не думаю, что он сейчас что-то сделает. Вот сука. Опа. Ну до свидания. Видите, переиграл. Финальный босс пройден. Я не помню, это первый триал или второй. Квестик. Комплит. Неплохо. Да, это получается первый триал был. Так, что у меня там в награде? Фрилиорд качаю. Ну, как раз через него сейчас играю. У меня дека через Фрилиорд. Еще. Такие ненужные карты на самом деле, ну, шарды хотя бы нападали. И тут лут.
Что ж, как-то так сейчас второй триал пойду делать.